Более 200 миллионов рублей из федерального бюджета планируется привлечь в Самарской области в этом году на создание доступной среды для инвалидов. Об этом рассказали сегодня на совещании в региональном министерстве социально-демографического развития. Деньги пойдут на пандусы, лифты и оборудование санитарно-гигиенических комнат. Обустроить должны более 200 объектов. Сейчас в регионе проходит паспортизация социально значимых учреждений. В течение года данные о их доступности разместят на геоинформационном портале. По словам профильного министерства, в настоящее время в области нет ни одного здания в полной мере соответствующего принципам комплексной доступности. Нет культуры, направленной на универсальную удобную среду при строительстве. Специалисты нашей отрасли, они согласовывают техническое задание, которое готовится для проектирования зданий при строительстве. К сожалению, ни проектно-сметная документация, ни объект, когда он уже построен, они больше не согласовываются с специалистами по безбарьерной среде.